прививка за 10 минут. На пересечении улиц Киевской и Тухачевского открылся мобильный пункт вакцинации граждан. Жительница железнодорожного района Самары Татьяна Тищенко каждые выходные ходит на сельскохозяйственную ярмарку, расположенную неподалеку. По дороге обратила внимание на мобильный пункт вакцинации граждан. Татьяна еще весной привилась от коронавирусной инфекции, но узнав о том, что можно сделать еще и прививку от гриппа, с радостью воспользовалась возможностью. Не все могут записаться, я из госуслуги, а тут вот люди идут, вот, да, что-то купить. Ну и зашли, попутно сделали прививку. То есть вообще без всяких проблем. Процедура вакцинации в мобильном пункте занимает всего 10 минут. На входе в салон автобуса встречает медсестра. Дальше пациента с паспортом и медицинским полисом ждет врач. Посетителю предлагают привиться от коронавирусной инфекции, гриппа или пневмонии. Далее пациент выбирает вакцину, ему замеряют давление и сатурацию крови. После прививки пациент отправляется домой. Здесь точка притяжения, поэтому здесь идет народу много. Сам процесс вакцинации проходит точно так же, как в поликлинике. Мы заполняем необходимую документацию. После этого осматривает врач, и медицинская сестра делает, собственно, вакцинацию. Мобильный пункт вакцинации сотрудники Самарской городской поликлиники номер 13 открыли совместно с Нефтегорской центральной районной больницей. Он будет работать всего 2 дня. Каждый желающий может привиться с 10 до 16 часов. Никита Колосов, Сергей Баскин, события.